Приветствую вас, дамы и господа. Закончился садово-огороднический сезон. И можно птичку выпустить из курятника на огород. Вот она у меня теперь вся гуляет. Сейчас сезон не для размножения. Куры сидят у меня все вместе по породам, которые. И вот они на вольном выгуле. Убивают то, что осталось. Вот здесь у меня куры, которые породные, вот пушкинские в частности. Вот царскосельский петух, вот царскосельская курица. А там вдалеке у меня гуляют петушки молодые, 3-4-месячные, которые у нас либо на разведение кому-то, либо на мясо. Вот видите, вот они капусту доклевывают. Я специально листья не собрал, ходят, они там пасутся. Потом мы все это уберем. Вот. Осталось только парей вытащить. Влажновато, мокровато, они мокрые, но я смотрю им по барабану. Дождь сегодня был очень сильный ночью. Ну, петухи себя чувствуют великолепно на улице. Индюки тоже. Самое интересное в этой индейке был сильный синусит. Поил ее разными антибиотиками, но это давно было, месяца два тому назад. Нифига. А вот стала гулять. И знаете, буквально в течение недели спал он у нее очень быстро. Сам по себе. Вот так вот бывает. Вот они ходят, травку подбирают и все, что осталось от этого.